Времени в обрез. Вам нужен быстрый и простой узел, чтобы завязать галстук? В сегодняшнем видео я научу вас завязывать восточный узел. Восточный узел – прекрасный выбор, если вам нужен узел для галстука, который прост для запоминания. Этот узел небольшого размера и, следовательно, идеально подойдет для мужчин небольшой комплектации. Основные характеристики восточного узла. Первое – малый размер узла, который легко завязать. Второе – отлично подойдет как для деловых, так и общественных встреч. Третье – этот узел сочетается лучше всего с небольшими воротниками. И что касается частного случая, лучше всего для отложного воротника. Для начала формирования восточного узла повесьте галстук на шею. Для этого узла нужно, чтобы лицевая сторона галстука прилегала к вам. Широкий конец должен находиться ниже короткого. Нужный уровень зависит от длины галстука и вашего роста. Перекрестите концы галстука так, чтобы короткий оказался сверху. Затем проведите широкий конец над коротким. Теперь проведите широкий конец под узлом и выведите из шейной петли. Проведите широкий конец через получившуюся петлю спереди. Аккуратно затяните узел с помощью широкого конца, придерживая сам узел. Подтяните узел к шее, держа в натяжении короткий конец одной рукой и подтягивая сам узел другой. Держите короткий конец под контролем. Проведите его через петельку на задней поверхности. Галстук должен находиться между верхней и средней частями пряжки вашего ремня. Если он слишком короткий, переделывайте. Опустите широкий конец ниже. Если слишком длинный, вначале поднимите его выше. Восточный узел невероятно простой. И идеальная альтернатива узлу четверки. Это прекрасный выбор для мужчин, кому нравится узел поменьше. Для детального рассмотрения восточного узла, прочитайте статью инфографики на realmenrealstyle.com.